27 сентября, в праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория, в Краснодаре прошел автомобильный крестный ход «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка», с остановками у 8-метровых белокаменных поклонных крестов, ограждающих столицу Кубани с четырех сторон при въезде в город Краснодар. Первая остановка была совершена у поклонного креста, который ограждает въезд в город со стороны Яблоновского моста. Здесь духовенство и прихожане краснодарских храмов совершили молебен и акафист животворящему кресту Господня и окропление святой водой. В автомобильном крестном ходе приняли участие прихожане храмов города Краснодара. Все, первый раз в жизни вот так еду, вот. Один из лучших дней моей жизни. Следующая остановка была у поклонного креста, ограждающий город Краснодар, со стороны хутора Ленина, где молебен совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Крест – хранитель всея Вселенная. Крест – ограждение нам, православным христианам, от всякого зла. И на четырех концах нашего города, с четырех сторон, наш город огражден знаменями креста Господня. Крест напоминает нам о той великой жертве любви, которую Бог Спаситель совершил по отношению к нам. С крестом невидимо, незримо, но ощутимо для всех нас пребывает благодать Божья. И каждый из нас, взирая на крест Христов, может вспомнить о той любви, о том великом подвиге, о той жертве, которую совершил Бог Спаситель, Господь, ради нас с вами. Далее автомобильный крестный ход продолжил путь к поклонному кресту со стороны Ростовского шоссе. Ежегодно принимаю участие в крестном ходе. Он для меня важен. Это как бы определенная веха в моей жизни. Год назад была заложена традиция у этого поклонного креста в праздник воздвижения креста Господня молиться за всех усопших православных христиан, воинов, православных казаков и за представителей духовенства нашей епархии. Последней остановкой стал поклонный крест, ограждающий Краснодар со стороны станицы Елизаветинской. У каждого поклонного креста все участники крестного хода молились вместе, прославляя животворящий крест Христа Спасителя и тридневно славили Его воскресение. То мы крестам поклонились, теперь знаем, где в городе Краснодаре у нас на четырех местах эти кресты хранимы. Слава Богу за все! Христос посреди нас! Есть и будет!